Размеренная жизнь ивановцев в этот не совсем яркий ноябрьский день была нарушена. Нарушителями спокойствия оказались сотрудники МЧС, но жители города были такому повороту событий весьма рады. Это неудивительно, столь много специализированной пожарной техники удается увидеть не каждый день. Многотонные аварийно-спасательные машины, профессиональное оборудование, пожарная атрибутика и автолестница. На главной площади Иваново было шумно и весело и взрослым, и, конечно же, детворе. Это и есть популяризация профессии спасателя. У нас происходит выставка МЧС. Ух ты, а что, кто такие? Что это такое МЧС? МЧС – это спасатели людей. Ну, когда горят дома, они приходят и тушат. А какие они вот спасатели ваши ивановские? Смелые, наверное? Смелые, да, сильные, крепкие. А самому хотелось бы быть спасателем? Да. Я в спасатели пойду, пусть меня научат. А правда хочешь быть спасателем? Ну, да. Спасатели, они храбрые, они помогают людям. Спасают их из пожаров, из обвалов, из воды, из всего дальше. Одним словом, герои, правда? Да. В официальной церемонии открытия праздника приняли участие глава региона Константин Сумар и главный спасатель республики, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Это не случайно. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, главная ценность государства – люди. Заботиться о них и оберегать их – задача не из простых, но главная. А чтобы это получалось, следует работать не поодиночке, а вместе. Реальный пример сотрудничества специалистов МЧС и руководителей областной вертикали – Брещины. За последние годы сделано много по обновлению материально-технической базы управления МЧС. Этот факт играет весомую роль в уменьшении количества пожаров и в снижении числа погибших во время чрезвычайных ситуаций. И как еще один подтверждающий факт заботы о людях – подарок от министерства Ивановскому РЧС. Автоцистерна на базе автомобиля МАЗ повышенной проходимости с запасом огнетушащих средств на 10 тонн. В подразделениях по чрезвычайным ситуациям Брещины, базирующихся в районных центрах, поступило уже 10 таких автоцистерн. В ближайшей перспективе, подчеркнул Владимир Ващенко, они будут поставлены на боевое дежурство во всех райцентрах Брестской области. Мы только за вот эти годы более 50 миллиардов рублей вложили средств для того, чтобы где-то построить нормальную базу, где-то помочь технике, где-то другим инвентарем. И мы видим, что эти деньги окупаются очень серьезно, потому что эффект от этого большой. Сегодня укрепление службы безопасности для того, чтобы реагировать оперативно и, самое главное, эффективно, конечно, идет развитие. И несмотря на определенные проблемы финансовые, вот и Константин Андреевич говорил, что бюджет это не просто складывается. Тем не менее, вопросам безопасности уделяется внимание, и мы имеем поддержку государства и постепенно оснащаем свои подразделения. И мы ставим задачу, чтобы в следующем году каждый район Брестской области имел такой автомобиль. В целом же, надо сказать, вот эти мероприятия, которые сегодня проходят, они очень важные. И то, что сегодня на Брещине трагедий хватает, происходит, но они постоянно проводятся эффективные мероприятия, которые постоянно способствуют снижению и количества беды, ну и, конечно же, гибели людей. В процессе своеобразной экскурсии руководители смогли пообщаться и со взрослым населением Иваново, и с ребятишками. Стоит заметить, что о сотрудниках РЧС население отзывалось весьма положительно. Свое мастерство, боевые пожарные расчеты продемонстрировали в проигранной ситуации ликвидации последствий ДТП. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий широкого спектра техногенных аварий. Глава региона и министр по чрезвычайным ситуациям смогли убедиться. На Брещине проведена и проводится огромная работа по воспитанию в молодых людях, сегодняшних школьниках, качеств, которые обозначаются словами «ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих людей». Они мастерят поделки, рисуют, становятся лучшими в различных конкурсах, чем особенно заинтересовались и Константин Сумар, и Владимир Ващенко сборником сказок, авторы которых сами ребята. Все сегодня понимают, что дети – это наше будущее, мы взрослые в ответе за них, и мы должны максимально сделать так, чтобы они получали информированность и своевременное грамотное доведение всех этих вопросов будет способствовать безопасности и детей, и в целом это, наверное, безопасность нашей страны в будущем. И мы для этого
проводим огромную работу, и один из приоритетов нашей работы министерства именно работа с детьми. Человек сам себя, ну, кузнец своего счастья, не зря об этом говорят этот в народе. И именно от того, насколько он будет соблюдать технику безопасности, будет зависеть его сохранность, его материального добра, который он наживает не одно десятилетие, да и сама жизнь его и его семьи. Об этом говорил и в своем выступлении перед жителями Ивановского района председатель Брестского облсполкома Константин Сумар, подводя итог и увиденному, и услышанному, и те, кто отчитывался за свою работу. Вывод можно сделать один, только ответственность каждого отдельного человека и всех нас вместе позволит жить безопасно, позволит жить спокойно. Берестейцам это под силу, поскольку люди в нашем крае трудолюбивые, умеющие работать. Нужно лишь понять и принять ответственность за свою семью, за всю страну. Работать так, чтобы не было стыдно ни простому труженику, ни ответственному руководителю. Тогда и дела спориться будут, и праздники проходить весело. Концерт Ирины Дорофеевой и молодых белорусских артистов стал завершающим аккордом этого мероприятия, которое организовали сотрудники областного управления МЧС. Певица призналась в своей любви к МЧС и в том, что в душе она также спасатель. То, что я сегодня здесь со своим коллективом, я думаю, это не случайно, потому что для МЧС нет случайности, понимаете, мы всегда ко всему готовы. Радуюсь, что наши спасатели, они такие активные, и, как говорится, и в праздники, и в будни, и это главное, то есть мы всегда создаем людям нужную атмосферу и настроение, это важно. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».